Задача про углы. Если прочитать, то ни один угол не известен, кроме прямого угла. А когда у нас ничего не известно, то мы что-то берем за x. Так, тут у нас прямой угол. Пусть а будет x. Смотри, один острый угол на 79 больше другого. За x берем меньше, значит другой. Если один на 79 меньше, то другой на 79 больше. Значит, другой угол 70х плюс 79. Мы знаем, что сумма двух острых углов, угла А и угла Б в прямоугольном треугольнике равна 90 градусов. Либо, если ты не помнишь, то сумма всех трех углов, включая С, 180. Я использую первое правило, там меньше считать, меньше циферок. Вот, вместо угла А я пишу х, вместо угла Б я пишу х плюс 79. Так, х это а х плюс 79 это Б. И получается в сумме 90, потому что два угла я первое правило использую. И решаю обычное уравнение. 2х равно 90 минус 79. 2х это 11, а значит х равен 5,5. 5,5. Пока я искала, я, конечно же, забыла, что я искала, что я нашла. Я нашла угол А. Найдите больше угол. Я не знаю, какой больше на самом деле. Значит, мне придется найти угол Б. Подписываю для себя, что это у нас угол А. Угол Б на 79 больше. Значит, я 79 прибавляю 5,5. И получается 84,5. А теперь я могу с легкостью сравнить 5,5 и 84,5. Что больше? Б больше, значит, в ответ пишу 84,5.